Продолжается встреча Акима Жамбулской области Нужан Нужигитова с населением в соответствии с указом главы государства о проведении встреч Акимов с населением. В Шустском районе глава региона встретился с жителями сел Стасот и Кунаева, провел прием граждан по личным вопросам. Во встречах также принимали участие представители правоохранительных органов региона и областных управлений. На встрече в средней школе имени Шерхана Муртазы в Саткельском сельском округе аким области подробно остановился на проводимой населенных пунктах работе. Сельчане поднимали вопросы капитального ремонта школы, обеспечения природным газом. Отвечая на них, глава региона обязал ответственных лиц быстрее провести организационные работы по капитальному ремонту школы, регулировать технические условия по подаче газа. Основная цель встречи Атимов с населением выслушать мнения и вопросы граждан, понять имеющиеся проблемы и организовать работу по их решению. Разработан комплексный план развития нашей области до 2025 года, в рамках которого планируется полностью решить вопросы обеспечения всех населенных пунктов питьевой водой, природным газом. Особое внимание уделяется улучшению состояния дорог. Также не останется без внимания работа по строительству в селах объектов культуры, образования, здравоохранения. Помощь государства должна дойти до каждого жителя. В этом деле большая ответственность возлагается на сельских атимов. Они также обязаны наладить системную работу по привлечению частных инвестиций. Атимы должны лично посещать все дворы и хозяйства на селе. Используйте максимально возможности государственных программ и разъясняйте их жителям. Главная задача повышение доходов населения. Такая же встреча прошла и в Доме культуры в селе Кунаево. Здесь местные жители поднимали вопросы, касающиеся строительства спортивного комплекса, состояния трехсменной школы, ремонта мостов. Здесь у нас в ауле начали строить спортивный комплекс. И там предусмотрен общий зал для занятий боксом и борьбой. Просим сделать два отдельных зала. У нас проблемы со светом, а именно со столбами и проводами. Как только ветер или снег, электричество отключается. Аким области подчеркнул, что все обращения принято во внимание. После встречи Нуржан Уржигитов провел прием граждан по личным вопросам. Стоит отметить, что на сегодняшний день в регионе Акимами разных уровней проведены более тысячи встреч населения. Из них 33 с участием Акима области. Ильдар Газатулин, Руслан Санныбаев, Айханах Парад.